Добрый день! Рада приветствовать вас в системе автоматизации рекрутинга Persia HR. Из этого видео вы узнаете о том, как экономить время на работе с джоб-сайтами. Из своего аккаунта в Persia HR вы можете публиковать, редактировать, поднимать и получать отклики с сайтов WorkUA, TalentUA, HeadHunter, SuperJob и работа в Харькове. Чтобы воспользоваться интеграцией, зайдите в настройки аккаунта и перейдите в раздел «Интеграция с сайтами». Здесь вы видите иконки джоб-сайтов. Нажмите кнопку «Подключить» и введите данные для входа на сайт. Система запомнит эту информацию, и вам не придется вводить ее каждый раз, когда вы хотите опубликовать вакансию на один из сайтов. Обращаем ваше внимание на два момента. Первое. Подключить сайты Talent.ua и работа в Харькове можно всего лишь одним действием. Вам необходимо ввести данные входа от одного из сайтов, и интеграция произойдет автоматически на двух ресурсах. И второе. Будьте уверены, что вся информация о логинах и паролях хранится в зашифрованном виде. Разработчики не имеют доступа к ней. Теперь, когда мы подключили интеграцию, переходим к вакансиям и выбираем ту, которую хотим опубликовать на джоб-сайтах. Подробнее о том, как создать вакансию в Persia, смотрите в отдельном видео. Итак, на странице вакансии переходим в режим редактирования вакансии. В блоке слева выбираем раздел «Публикация на сайтах». Здесь галочками отмечаем те сайты, на которых нужно опубликовать вакансию. Обратите внимание, информация, которую вы внесли в поле «Текст для публикации» в карточке вакансии, автоматически подтянется в поле «Описание» для внешних ресурсов. Здесь также можно внести правки. Далее заполняем разделы необходимой информации и нажимаем кнопку «Сохранить» и «Опубликовать». На этой же странице появится ссылка на внешний сайт. Вы можете перейти по ней и посмотреть, как выглядит ваша вакансия на внешнем ресурсе. Здесь же появится информация о вакансии с внешнего сайта. Таким образом, вы сможете прямо из Persia HR отслеживать, активна ли вакансия на джоб-сайте или отправлена в архив. Кроме того, в разделе «Публикация вакансии» у вас есть следующие возможности. А именно, привязать вручную вакансию с джоб-сайта к аналогичной вакансии в системе. Например, у вас есть вакансия, которая ранее была опубликована на WorkUA, и вам необходимо внести ее в систему. Сначала создайте карточку вакансии с аналогичным названием. Но не торопитесь заполнять поле «Текст для публикации». Далее перейдите из карточки вакансии в раздел «Публикация вакансий». Нажмите значок «Привязать вручную» напротив логотипа WorkUA и скопируйте ID вакансии с этого джоб-сайта. Нажмите кнопку «Привязать» и в поле «Описание» подтянется информация о вакансии, которая была размещена на WorkUA. И теперь эту же информацию вы сможете опубликовать и на других ресурсах. Я покажу вам, как это сделать на примере публикации на Talent.ua. Для начала уберите галочку напротив иконки WorkUA и поставьте ее напротив Talent.ua. После этого вам откроются поля для публикации. Как мы видим, описание вакансии уже заполнено. Вам остается только выбрать обязательные разделы и нажать кнопку «Сохранить и опубликовать».
Вы также можете отменить привязку, если есть такая необходимость. Для этого нужно нажать специальный значок. Вы также можете обновить вакансии системы на джоб-сайтах с помощью вот этого значка. Таким образом, вакансия поднимется вверх в списках вакансий на внешних ресурсах. В случае необходимости в этом же разделе сможете отредактировать ваше объявление, и вакансия поменяется на всех джоб-сайтах в один клик. А еще одна возможность – это удаление информации о вакансии с внешнего ресурса через Persio HR. Нажмите на крестик и подтвердите действие удаления. Обращаем ваше внимание, что количество вакансий, которые вы можете опубликовать на Work.ua, Talent.ua, Headhunter, Superjob и Работа в Харькове, соответствует правилам сайтов и тарифному плану вашего аккаунта на них. Вы также можете создать публичную страницу вакансий. Это даст дополнительные возможности для привлечения кандидатов. Наша система интегрирована с глобальным джоб-сайтом Indeed.com. Это значит, что информация о вакансии, которая была опубликована на публичной странице Persio HR, отобразится на этом ресурсе. И все отклики с Indeed будут приходить в вашу единую базу кандидатов и прикрепляться к соответствующей вакансии. Обращаем ваше внимание на то, что ссылка на публичную страницу вакансии также будет индексироваться Google и другими поисковиками. Это позволит большему количеству кандидатов увидеть ваше предложение о работе. Кроме того, ссылку на страницу вакансии можно опубликовать в социальных сетях, отправить непосредственно интересующим вас кандидатам, указать в тексте объявления на сайтах поиска работы и рекламировать ее с помощью контекстной рекламы. А как создать карьерный сайт в Persio HR, смотрите в отдельном видео. После того, как вы разместили вакансию на внешних ресурсах, резюме-отклики, которые соискатели отправят на вашу вакансию с сайтов Work.ua, Talent.ua, Headhunter, Superjob и Работа в Харькове, будут автоматически добавлены в вашу базу кандидатов в Persio HR и привязаны к соответствующей вакансии. Теперь вы знаете, как с помощью Persio HR вы можете экономить ваше время на работе с джоб-сайтами. А если у вас возникли вопросы или пожелания, всегда будем рады помочь. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.